Слезы поражения и победы. Буря эмоций накрыла не только спортсменов, но и зрителей. В зале спортшколы мирнинские гимнастки соревновались в личном и групповом первенствах. Тренеры говорят, закрытие сезона по художественной гимнастике – экзамен для детей. Воспитанницы показывают, чему научились за год, насколько подружились с инвентарем, скакалкой, обручем, лентой и булавой. Наша задача тренерского состава – мало того, что поставить, научить детей этим упражнениям, еще и научить их преподнести на площадке, потому что каждую гимнастку мы все-таки готовим для выезда на большие соревнования, как минимум на первенство республики. Художественная гимнастика – популярный вид спорта в Мирном. Сегодня ею занимаются больше 100 детей. Руководство спортшколы намерено увеличить количество воспитанников. Мы ждем, когда нам построят дворец спорта именно для художественной гимнастики, где, естественно, будет заниматься намного больше детей. И для работы с детьми также будем привлекать дополнительно тренеров-преподавателей.